the cosmos of Sri Guru and Gauranga. Now we have arrived in this most beautiful, transcendental, pure place, Belvan. По беспричинной милости Шиши Гуру Гуранги, сейчас мы прибыли с вами в это удивительное, чистое, трансцендентное место, Белван. There are 12 forests in Brajmanda. Во Брадж-Мандале 12 лесов. 5 are on the western side of Jamuna, 5 are on the eastern side. 5 на западной стороне. 7 on the western side and 5 on the eastern side. 7 на восточной стороне, а на западной 5. Аривол! So now we are on the eastern side. Сейчас мы на восточной стороне. Where you can find, going from the south, Mahavan, Lohavan, Belvan, Badravan, and Bandirvan and Badravan. Сейчас мы находимся с восточной стороны, точнее с южной стороны, восточной стороны, где находится лесу Махаван, Лохаван, Белван, Бандирван и Бадраван. Ближе к востоку имеется в виду. С восточной стороны, ближе к югу, точнее. 12 Pradhan main forests of Brajmanda. Это один из тех лесов, который называется Pradhan, один из главных лесов. It is also known as Srivan. Также он известен под именем Шриван. That means, or Lakshmivan, the forest of Lakshmi Devi. Или Лакшмиван, лес Лакшми Деви. Because once it happened. Потому что однажды случилось так. That Narad Muni, he went to Vaikuntha. Что Нарада Муни отправился на Вайкунтху. And there in Vaikuntha, he was singing. Jai Jai Radha Ramana Hari Bo. And speaking very beautiful description of Sri Krishna's Rasa Lila. Narada отправился на Вайкунтху и там стал воспевать прекрасную славу игр Шри Радхи и Кришны. So, when Lakshmi Devi heard about the pastimes of Krishna in Rasa Lila. Когда Лакшми Деви услышала о славе игр Кришны на Раса Лиле. Then she looked at Lord Narayan and thought, "Oh, Krishna, he plays the flute for his beloved, but my husband never plays the flute for me." Она подумала, вот Кришна играет для своих возлюбленных на флейте, а Господь Нараян для меня никогда ни на чем не играет. Krishna dances in the moonlight with all the Brajagopis. Кришна под лучами луны танцует со всеми в Раджа-гопи. But Lord Narayan, he's sitting on a golden throne and all the Vedas and his Vaikuntha Parikas offering prayers to him. I've never seen him dance. А Господь Нараян never dances with me. Только восседает на золотом троне, и его парикары, его близкие спутники и веды, они поют его славу. Он никогда со мной даже не танцует. And she developed a greed to enter into Sri Krishna's Rasa Lila. Ей очень сильно захотелось попасть на Раса Лилу Шри Кришна. Она развела к этому страстное желание. So she left Lord Narayan and she gave up Vaikuntha. Она оставила Вайкунтху, оставила Господа Нараяну. And she came here to Belvan. И прибыла сюда в Белван. And she was doing tapasya to gain the blessing of Sri Krishna that she could enter into the Rasa Lila. И стала совершать суровые тапасы, аскезы для того, чтобы получить благословение Шри Кришны на то, чтобы попасть на этот танец раса. So, after some time, Sri Krishna appeared to her. Через какое-то время Шри Кришна явился перед ней. He said, "What benediction do you want?" Она спросила, какое благословение ты хочешь получить от меня? She said, "I want to participate in your Rasa Lila." Она сказала, я хочу поучаствовать в твоей Раса Лиле. Sri Krishna said, "Oh, that's very difficult." Шри Кришна сказал, ну это очень трудно. I can allow it if you accept three conditions. Только при соблюдении тобой трех условий я могу позволить этому свершиться. One, you have to give up this form of Brahmani, the wife of Lord Narayan. Первое, ты должна оставить свой облик Брахмани, жены Господа Нараяны. And accept the body of a gopi, a cowherd girl. И получить, принять на себя тело пастушки, девушки
Вриндавана. So Lakshmi Devi thought, okay, I can do it. Лакшми Деви задумалась, ну ладно, это я готова. Then Krishna said, second. Кришна сказал, второе. You have to live like Braja Gopis, that means milking cows, churning yogurt, making cow dung patties. Кришна сказал, ты должен будешь доить коров, делать коровьи лепешки, пахтать йогурт. So Lakshmi Devi, she never does any housework. She has so many servants. У Лакшми Деви огромное количество слуг, ей никогда не приходилось выполнять никакую домашнюю работу. So then she was thinking, oh, this is a bit messy, but all right, I'll accept, I can do it. Она задумалась, ну это немножко посложнее для меня, ну да ладно, справлюсь. So then Krishna said, and third condition. Кришна сказала, третье условие. You have to marry someone else, a gopa, and you can only meet with me secretly. Ты должна быть in a hidden way. Выйти замуж за какого-то гопу, за какого-то пастуха, а со мной встречаться секретно, так чтобы никто не знал. So then Lakshmi Devi said, I have to marry someone else. It's not possible. Лакшми Деви сказала, замуж за кого-то другого выйти, нет, невозможно. So then, see, Krishna said, then you cannot enter the rasa. Кришна тогда сказал, ну тогда на нет и сюда нет, ты не можешь попасть на танец сразу. But he gave her a benediction that she could take the form of a golden line. That is a Lakshmi Rekha, a golden line on the left side of Sri Krishna's chest. Но он позволил ей стать Лакшми Рекой, такой золотой линией на груди Шри Кришны. Бакшасрияйка раманам чабабама дасья. So if you want to test gold, then you have to strike it on a black stone. Если вы хотите проверить качество золота, то вам надо прочертить его по камню, по какому-то And черному if камню. It leaves a golden line, then it's real gold. И если на черном камне останется золотой след, то это настоящее золото. So Krishna's chest is like the testing stone of gold. И поэтому грудь Кришны представляет собой вот этот вот камень, на котором тестируют золото. Where the Vaidagya, test of Braja Gopis skills are the skills of Braja Gopis are tested. Где Вайдагья, где вот эта способность гопи совершать искусственное служение, она проверяется. So Lakshmi Devi could not enter into rasa. Лакшми Деви не удалось попасть на танец сразу. So she came here and she was doing more austerities. Она прибыла сюда и совершала здесь еще больше аскез. And now 5,000 years later she's still here. И уже 5000 лет прошло с того времени, а она все еще тут. And still doing austerities. Все еще совершает аскезы. Everywhere you go in the world, where there's a temple of Lakshmi Devi, she's giving blessings to everyone. По всему миру, в какой бы храм Лакшми Деви вы ни отправились, везде она стоит и дает благословение с рукой вытянутой вперед, с ладонью. But only here in Braja, Lakshmi Devi is sitting in lotus position and praying and begging for blessings. Но только здесь, в Белване, единственном храме в мире, Лакшми Деви, она сидит в позе лотоса и молитвенно сложив ручки, просит благословений. So Braja Mandal is the supermost dham. But Braja Mandal, она самая возвышенная дама. A question comes. Why could she not enter the Rasa Lila? Возникает вопрос, почему ей так и не удалось попасть на Rasa Lilu? We see that Mahadev, Lord Shiva, tried to enter into the Rasa Lila. Мы знаем, что Махадев, Господь Шива, постарался прийти на танец Расу. And what happened to Mahadev? Что с ним случилось? He got a gopi form. Он получил гопи деху, гопи форму. But when Krishna was playing his flute and everyone began to dance, Krishna stopped and said, "Wait, I'm not feeling the same ecstasy today." Но когда Шри Кришна заиграл на своей флейте и все начали танец Расу, то на какой-то момент Шри Кришна остановился и сказал: "Постойте, постойте, я не испытываю обычного вдохновения." There must be some Vijatiya person here. Тут, скорее всего, какой-то чужак Виджатия. Who is it? Кто это? So, Lord Shiva had got a blessing from Purnamasi Devi Yogamaya to attain a gopi form. Господь Шива получил благословение от Пурнамаси Деви на то, чтобы принять гопи форму. And the gopis looked around. Гопи стали осматриваться. And then they recognized the gopi that they did not know. И потом вдруг они идентифицировали гопи, которую они прежде никогда не видели. They said, "Who are you?" Они спросили: "Ты кто такая?" Then Gopishwar Mahadev.
Is Lord Shiva. He cannot say I'm Mahadev because no male person can go in the Ram. Господь, он не мог сознаться, он не мог сказать я Махадев, потому что никакому человеку, никакой личности мужского пола не положено там оказаться в принципе. So he didn't know what to answer. Поэтому он так спешил, он не знал, что ему ответить. Gopi said, which village are you from? Gopi стали спрашивать, из какой ты деревни? Who is your husband? Кто твой муж? Who is your mother-in-law? Кто твоя свекровь? And Lord Shiva didn't know what to say. Господь Шива, он даже не знал, что ответить на все это. So then the gopis became suspicious. Тогда гопи заподозрили неладное. They thought maybe this is a demon because demons, you know, like Pralambasur came in the form of a cowherd boy, Putana came in the form of a gopi, Vatsasura came in the form of a calf. So all the time demons are coming and taking the role of some brijvasi. Потому что временами случается так, что приходят демоны во врач, и они переодеваются, принимают на себя облик, как, например, Праламбасур, он принял облик мальчика-пастушка, Вацасур принял облик теленка, Путана пришла и переоделась тоже в гопи. Поэтому временами демоны так поступают, поэтому они заподозрили неладное. So when Lord Shiva could not answer, then all the gopis began to give him gulcha, box his cheeks. И когда Господь Шива, он не нашелся, что ему ответить, то тогда Враджа Гопи, они стали его так шлепать по щекам. And Lord Shiva was crying out, alas, alas, Purnamasi Devi, save me, I am your Kripa Patra. Шива разрыдался, о Пурнамази, Пурнамази, спаси меня скорее, я твой Крипа Патра, преемник твоей милости. So then Yogamaya Purnamasi Devi appeared there. И тогда Йогамая Пурнамаси Деви появилась там. She told the gopis, oh, you should leave her alone. И она сказала, оставьте ее, оставьте. She is my Kripa Patra. Это моя Крипа Патра, преемница моей милости. So then Krishna, he smiled, he said, all right, you are the Kripa Patra of Yogamaya. You cannot participate in the rasa, but you can stand at the gates. The entrance to the Rasa Mandal and protect, be the guardian of the gates. И Кришна сказал, на танец расу мы тебя не пустим, но вот охранять ворота в расу, в танец расу ты можешь, вот будешь там стоять на стороне. So he became Gopeshwara Mahadev. Так Шива стал Гопешвар Махадевом. Гопешвара Махадев. Гопешвар Махадевом. That is Lord Shiva in a gopi form as the guardian of the entrance to Rasa Lila. If anyone, Krishna gave him the benediction that no one will be able to enter the Rasa Lila without your blessing. Шри Кришна дал Шиве такое благословение, что никто без твоего разрешения на танец расы не сумеет проникнуть. So, also you know, the wives of the Vedic Brahmanas. Также жены ведических брахманов. They abandoned everything. Они оставили все. They were married to others. Они были замужем за другими. And they ran to Krishna. И убежали, убежав от мужей, прибежали к Кришне. So they had parakiya bhav. То есть у них было настроение парикия бхава к Кришне. But still, see, Krishna told them to return. Но тем не менее, Шри Кришна вернул их к мужьям. Сказал, he didn't allow them to stay with him. Он не позволил им с ним остаться. So we see that Lakshmi Devi has no gopi body, gopi deha, and no gopi bhav. Пример Лакшми Деви показывает, как у личности нет ни гопи дехи, ни тела гопи, ни гопи бхавы, ни настроения по And Mahadevi has gopi deha, but no gopi bhav. А пример Махадевы являет нам, что у него была гопи деха, было тело браджа гопи, но не было гопи бхавы, настроения поступки. Because he had no parakiya mood, he was not married to someone else. Потому что он не был замужем ни за кем другим, у него не было этого настроения паракии. And the wives of the Vedic Brahmanas, they had parakiya bhav, but they did not have gopi deha, they had brahmani, bodies of brahmanas. And brahman is considered mother. Brahman is considered, for all the gop castes, the brahmin ladies are considered one of their mothers, like the cow and the earth. А яги патни, они тоже не могли попасть на танец расу. Почему? Потому что у них была гопи бхава, у них было настроение пастушек браджи, у них была паракея бхава по отношению к Шри Кришне. Но из-за того, что они были женщинами брахмани по происхождению, а брахмани, ты видишь, как... Потому что Шри Кришна из гопа касты, он пастушок, соответственно, те, кто являются брахманами, они на касту выше, поэтому их он воспринимал как матерей. Поэтому у них была гопи бхава, но не было гопи дехи. У них было настроение пастушек браджи, а тело браджи гопи у них не было. Поэтому Кришна их отправил к мужу. Srila Rupa Goswami Pada said, Krishna Stotschai Pranayavasiti Priyo Bhi Pri Radha
Kundam chasya munibira bitas tadrig eva vyadi yat presta apyalam vasulabam kimkuna bhakti badham tat premadam sakritapi sarasnato aviskaroti. That of all the objects of the love of Radhika, of Krishna, Radhika is supermost. Среди всех объектов любви Шри Кришны Радика является самым наивысшим. And just as Radhika is dear to Krishna, so is her kund, Radha kund. И подобно тому, как Радика дорога Шри Кришне, настолько же дорога ему ее кунда, Радха кунда. And even great liberated souls like Narad and the four Kumaras, they cannot attain that place. И даже такие величайшие освобожденные личности, как Нарада и четверо Кумаров, они не могут попасть на это место. So then, what is the opportunity, what is the chance that we can enter into that Rasa Lila and serve Radha Krishna, especially in their midday pastimes at Radha Kund? Тогда возникает вопрос, если такие великие личности уже попасть туда не могут, то какая надежда остается для нас, простых людей, попасть в эти полуденные лилы Радхи Кришны на берегах Радха Кунда? So Rupa Goswami, by saying that even great liberated souls cannot attain that place, he's not trying to discourage us. И Рупа Госвами, говоря о том, что даже величайшие мудрецы, освобожденные личности, они не могут попасть на это место, он не пытается нас каким-то образом лишить энтузиазма. But he is giving some special direction. Но он дает нам определенный вектор. In the Vedas it is said, Utishtata Jagrata Prapya Varam Nibodata Kuresa Dhara Nishita Durataya. It means the path of spiritual life is very, very narrow and sharp, like the edge of a razor sharp knife. Веды говорят нам, что Веды говорят нам, что путь духовной жизни, он просто подобен лезвию острого ножа. That means that if you don't follow the path of bhakti very carefully, then there is every chance that you can have an accident and there'll be bloodshed. Это означает, что если ты неправильно будешь идти и следовать пути бхакти, то тогда очень легко ты порежешься, у тебя будет рана. If someone is inattentive when they with a razor, then they can easily cut themselves. Если человек невнимателен во время того, как он брезет, то очень легко он может себя порезать. On the other hand, Sri Krishna has said. С другой стороны, Шри Кришна сказал. Yanastaya naro rajan na pramadyeta kahichit davanne milya netreva na patet na skalenhya skalenhya. What does it mean? Что это означает? On this path of bhakti, you can cover both of your eyes and run, and you will not slip, and you will not fall. Шри Кришна сказал, что на этом пути бхакти вы можете спокойно завязать себе глаза и бежать куда хотите, и вы не подскользнетесь и не упадете. The path of karma is very difficult and easy to fail. Путь кармы очень труден, и там легко упасть и потерять все, что ты нажил. The path of jnana and the path of yoga are very difficult also. Путь гьяны и путь йоги также очень трудны. If you make one small mistake, you lose all your the benefit of the whole practice. Потому что маленькая ошибка, совершенная на этих вышеперечисленных путях, она заставит тебя полностью скатиться к самому началу. Ты потеряешь все. Bhakti is so easy, you can close your eyes and run at full speed. А бхакти, она настолько простым процессом является, что ты можешь завязать спокойно глаза и бежать со всех ног, и не бояться. And you will not slip or fall. Ты не упадешь и не подскользнешься. So which one is it? One shastra is saying that bhakti, the path of bhakti is very, very difficult, like the edge of a razor, and the other one is saying you can close your eyes and run. И что это такое? Кажется, противоречие одно. С одной стороны, мы видим, что нам говорится о том, что путь бхакти чрезвычайно труден и опасен, подобен лезвию бритвы, а с другой стороны, мы слышим о том, что закрытыми глазами ты можешь бежать, совершая бхакти, и ничего с тобой не случится. And Rupa Goswami is saying, even great liberated souls cannot attain the service of Radha Krishna and Radha Kund. И в то же самое время Шрила Рупа Госвами говорит нам о том, что даже величайшие личности, освобожденные личности, они не могут достичь совершения служения на Радха Кунде Шри Радхе и Кришне. And Lakshmi Devi failed.
У Лакшмидеви тоже ничего and не получилось. У Господа Шивы ничего не получилось. And the yogic brahmanas wives all failed. И у жен брахманов также ничего не получилось. How can we reconcile it? Как это все примирить? The meaning is this. Значение в следующем. If you are not in the anugatya under the guidance of a tattvavit braj rasik rupanuga vaishnava, then even if you are Lord Shiva or Lakshmi Devi or Narad or anyone, you will not enter into this highest service to Radha and Krishna. Суть заключается в том, что если вы не находитесь в анугате, если вы не находитесь под руководством таттвавит браж расик вайшнава, то кем бы вы ни были, будь вы Господь Шива, Лакшми Деви или любая другая освобожденная личность, вам ничего не светит. But if you are in the anugatya of a taddavit brajarasik rupanuga vaishnava, even if you are a very useless, ignorant and foolish person, but you are practicing your bhakti very nicely, completely under their guidance, chanting under their guidance, studying under their guidance, serving under their guidance, worshipping your deities under their guidance, then you can close your eyes and run, and you'll go directly to the goal of life, the service of Radha Krishna in their Nitya Lila. А если вы находитесь под руководством таттвавит браж расик рупануга вайшнава, то несмотря на то, что вы можете быть полностью бесполезным, неквалифицированным, неграмотным, невежественным человеком, то даже если вы будете полностью дисквалифицированы всех хороших качеств, но если вы будете находиться под руководством чистого вайшнава, вы будете слушать под его руководством, будете поклоняться божествам под его руководством, будете все, что он вам говорит, совершать все анги-бхакти под его руководством, то тогда вы можете с уверенностью обнаружить себя однажды в нити Никунджа Лилы Шри Рады и Кришны. So, Рагануга Бхакти is Anugatya Mayi. Рагануга Бхакти, путь спонтанного преданного служения, всегда является Анугатя Майи, всегда следует по стопам. It must be practiced under very expert and careful guidance. То есть всегда следует быть под руководством, под очень экспертным руководством. So that our mood, our sambandha, relationship with the Braja and all Braj Parikas can be refined and adjusted and directed to our goal. Так что чтобы наша самбанда с Враджей, со всеми Браджа Парикарами, она была направлена четко к нашей цели. And our Guru Parampara, they are eternally serving Radha Krishna in the Nikunjas of Braja. Вся наша Гуру Парампара вечно служит Шри Раде и Кришне в Никунджах Вриндавана. So if we become attached to them in this life, если мы в этой жизни уже сумеем привязаться к ним, then by their mercy they will engage us under their guidance in the service of Radha Krishna internally. То по их милости они сумеют вовлечь нас внутренне в служение Шри Раде и Кришне в этом мире. So even in the material world, they say it's not what you know, it's who you know. Даже в материальном мире говорится, не все складывается от того, что ты знаешь. Все складывается тогда в зависимости от того, кого ты знаешь. Сусила Бхактинода Тхакура said, Bimala Vaishnava Rati Upajive Hoive Basnakshin. When will the day come I will have a deep attachment, Rati, for the lotus feet of a pure Vaishnava? Then all my sansar basana, impressions of worldly bodily consciousness, they will diminish down to nothing. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что когда у него появится рати к лотосным стопам чистого вайшнава, то тогда все его самсарика осадки, всякие привязанности к материальному миру, все они полностью сойдут на нет. Все самсар басаны. Guru Charane Rati Aise Uttamagati, the attachment to the lotus feet of Guru Dev. By this, one can attain Uttamagati, the highest destination. Благодаря привязанности к лотосным стопам чистого вайшнава можно достичь Уттамагати. Шиланара там даже такой говорит. So we come here and we pray to Lakshmi Devi. Мы приходим сюда и мы молимся перед Лакшми Деви. If we can have her eagerness, если бы у нас было такое страстное желание, but in our own path, in the anugatya of our acharyas, then we'll be successful. В нашей собственной линии, находясь под руководством в анугате наших ачарьев, то тогда мы достигнем успеха. Lakshmi Devi did not accept anugatya of Braj Gopis. Лакшми Деви не приняла анугатю Браджа Гопи. And that's why she's still here. По этой причине она до сих пор тут.
a very ironic point. Это очень ироничный момент. That the bride gopis, whose love is so high and superior to Lakshmi Devi, they look up to Lakshmi Devi as a great example of love. Любовь Брадзи Гопи, она во множество крат превосходит любовь Лакшми Деви. Но так или иначе, на нее они смотрят просто как на высочайший пример любви. Why? Почему? When? See, Krishna told Braja Gopis to return to their homes during the Rasa Lila. Когда во время танца Раса Шри Кришна отправил всех Браджа Гопи по домам, Gopis began to weep. Гопи начали плакать. And some of them, who were very bold, и некоторые из них, кто были такие дерзкие, especially Radhika, в частности Радика, she gave nectar in the ears of Krishna. Она вложила нектар в уши Кришны. She said, она сказала, Синчанганаствададарамритапуркена хасавалокакалагитачаритчаягним нучатвираджа аравирагни упаюктадеха джаимаямападьяупадавимсахете. Синчанганаства дадарам витапуркена. О, Си Кришна, by the sound of your flute, you ignited the fire of desire in our hearts. О, Си Кришна, звуками своей флейты ты разжег огонь желания в нашем сердце. And then, by the ghee of your smile, и ghee своей улыбкой, you inflamed it. Ты зажег его. You know, in a yagya, when you pour ghee in the fire, знаете, в ги, когда вы масло добавляете, тут же вздымается пламя. So his flute lit the fire of desire, and then Krishna smiling was like putting ghee on it, and the fire became more intense. Поэтому Шри Кришна, он разжег пожар желания в сердцах Браджа Гопи, а его улыбка, она подливала масло в этот огонь. So now, Krishna, we are on fire, and this fire can only be extinguished by a flood of nectar coming from your lips. Сейчас, Шри Кришна, мы в полном огне находимся, и потушить этот огонь можно лишь нектаром, исходящим из твоих уст. And if you don't extinguish this fire with the nectar of your lips, then no chet vayam vira ajagyu paryukta deha, then the fire of separation will burst out and will burst into flames like Sati Devi with a spontaneous combustion. А если же Кришна нектаром своих уст и не потушишь этот бушующий пожар того желания, который ты разжег в наших сердцах, то тогда это пламя, оно полностью пожрет нас, и мы сгорим, как сгорела Сати Деви. And because whatever you think of at the time of death, then you go there, then we'll give up this body, but we'll come again straight to you. Из-за того, что мы будем думать о тебе в момент своей смерти, а говорится, что о чем ты думаешь в момент смерти, такое тело, согласно этому желанию, ты получаешь следующее тело, поэтому в следующей жизни мы снова вернемся к тебе и снова будем добиваться тебя. We'll pray to our fire of separation. Мы будем молиться огню нашей разлуки. Oh, Jayema Yama Padayo Padavim Sakete. Please take us and make us become the path underneath Krishna's lotus feet, so that wherever Krishna walks, he will keep his lotus feet on our breast. Пожалуйста, забери нас и позволь нам всегда находиться под стопами Шри Кришны, потому что каждый раз, когда он будет наступать на землю, он будет наступать на нас. Padavim Sakete. So they call Krishna Sakha. Они называют Кришна Сакха. If you are our friend, если ты наш друг, we're giving you this choice. Мы тебе этот выбор даем. Either put out the fire by your lips. Либо потуши пожар нектаром уст. Or you'll be responsible for killing us all. Или ты будешь отвечать за то, что всех нас убило. So if you are our friend, we know which you should choose. И если ты наш друг по-настоящему, то мы знаем, какой выбор ты должен сделать. So when Braj Gopi said this, then Krishna said, look, if you have a fire in your heart, go home and your husband's lips can put out this fire. И когда Шри Кришна, когда гопи обратились с такими словами к Шри Кришне, он сказал, слушайте, ну у вас пожар сердца, но вы идите к своим мужьям, пусть они потушат этот пожар нектаром с их уст. Braja Gopi said, that's not possible. Это невозможно. Я ямбу джакша тавапада талам рамая да такшанам коджид ананья джана приясья аспракшма тадбрибити нанья самакша манджа статум стоябирамата ватапара ямаха. They said, oh, Амбуджакша Кришна, Кришна have such beautiful lotus eyes. Они сказали, о, Амбуджакша Кришна, о, лотосоокий Кришна.
The touch of your lotus feet is so beautiful that even Lakshmi Devi, the goddess of fortune, would consider if she could touch your lotus feet for a moment as if she attained a festival of ecstasy. Прикосновение твоих стоп, Кришна, настолько прекрасно, что даже если бы Лакшми Деви коснулась твоих стоп, то для нее это было бы величайшим фестивалем радости. We heard from Gargacharya. От Гаргачарьи мы слышали. That the wives of Kaliya said, Kasyana Bhavosya na Deva Vidmahi Tavangirinam Sparsharikaraha Yadvancha Shila Nanachaptapo Vihaya Kamam Suchiram Vidabrata. That Lakshmi Devi left Vaikuntha to get the dust of your feet, but still she did not attain it. Жены Кали прославляли тебя, они сказали, что Лакшми Деви оставила Господа на рай, но оставила Вайкунтху для того, чтобы прийти и обрести твои лотосные стопы, но ей никогда не удалось этого сделать. So if Lakshmi Devi, being so high and wonderful, would feel a festival of ecstatic desires of love by touching your lotus feet, then what to speak about us, gopis of Vrindavan? И если Лакшми Деви, которая является таким пределом высоты и таким пределом великолепия, если она будет испытывать величайший фестиваль радости и желаний, то тогда что говорить о том, какое счастье будем испытывать мы, прикоснувшись к вещам? Ты очень дорог жителям леса. И теперь мы тоже стали лесными жителями, потому что мы оставили свои дома и перебрались в лес. Поэтому ты должен быть милостив. Because when we arrived at the Rasalila, gopis bowed down and touched Krishna's foot dust. Потому что когда гопи прибыли на Танисрасу, то они склонились перед Кришной и взяли на свои головы пыль с его стоп. And they said. И сказали. Since that moment we touched the dust of your lotus feet, we became so overwhelmed with ecstatic loving desires that it is impossible for us to stand in the presence of any other man except for you. So don't tell us to go to a husband, because now, having experienced the joy of the touch of your lotus feet, it's impossible. И братья гопи сказали, Кришна, не отправляй нас по домам, потому что когда мы прибыли на встречу с тобой сюда, в лес Раджа, то тогда, как только мы коснулись твоих стоп, мы испытали величайший фестиваль радости. И ну, теперь после этого мы просто никак не можем отправиться домой, не надо нас туда отправлять. So Krishna, he said, oh, so you've come here to enjoy? И Браджа Гопи также сказали, что они испытали величайший фестиваль различных экстатических желаний. И Шри Кришна спросил, а вы что, пришли сюда наслаждаться? Браджа Гопи said, no. Браджа Гопи сказали, нет. Шри Ят Пудам Падам Буджа Раджас Чакамей Туласья Лабдвапи Вакшаси Падам Кила Бритча Джуштам Ясья Свавикшина Утанья Сура Приясас Тадван Баянча Тавапада Раджаппапаннаха. Gopis very humbly said, O Krishna, you know that Lakshmi Devi, she has been blessed by you, by Lord Narayan, sorry, that she served the lotus feet of Lord Narayan so nicely that Lord Narayan gave her an eternal place upon his chest. И гопи сказали Кришне очень смиренно. Они сказали, о Кришна, ты знаешь, что Лакшми Деви, она так хорошо служила Господу на ране, что он дал ей вечное положение на своей груди. But Lakshmi Devi's love is such that she prefers not to be on the chest of Lord Narayan. She would rather be at the feet of Lord Narayan. Но любовь Лакшми Деви такова, что она готова отказаться от пребывания на твоей груди и с легкостью счастливо занять положение у твоих стоп. Кила бритья джуштам, even though when she can be exclusively only herself, no one else, at the chest of Lord Narayan, but when she goes to serve his lotus feet, she has to serve his share his lotus feet with so many other servants. Даже несмотря на то, что пребывая на твоей груди, она может наслаждаться тобой в одиночку, но все-таки она предпочитает уйти с твоей груди и занять место у твоих лотосных стоп, деля это место с другими слугами.
such as Tulsi. Например, Тулси. Not only male servants. И не только женского пола слугами. But male servants also. Но и мужского пола слугами делить тоже. Like Visvaksen. Visvaksen. Other associates of Vaikuntha. И другие спутники с Вайкунтхи. So, Gopis say, we are like that Lakshmi. Гопи говорит, мы как эта Лакшми. We have not come to enjoy. Мы не пришли сюда ради наслаждения. We have simply come to serve your lotus feet. Мы пришли сюда исключительно для того, чтобы послужить твоим лотосным стопам. Even though we have to share them with so many other gopis. Даже несмотря на то, что твои лотосные стопы нам придется разделить со многими другими гопи. And even we have to share them with so many male servants like Raktak and Patrak and Chitrak. Даже несмотря на friends who massage his feet in the evening. Даже несмотря на то, что нам придется делить твои лотосные стопы с другими твоими друзьями, мальчиками-пастушками, такими как Рактак, Пактак и Читрак, которые массируют твои стопы ночью. So this love is incredibly pure. Эта любовь, она невероятно чиста. In this world, love is not pure. В этом мире любовь не чистая. It is said that if there's a concrete statue of a woman, говорится, что если есть цементная статуя женщины, and one man will tell his wife, this is your co-wife. И мужчина скажет своей жене, вот это вот моя вторая жена. Then, without thinking, spontaneously, she'll try to smash it to dust with a baseball bat. То тут же жена схватится, настоящая жена схватится за бейсбольную биту и раскрушит эту статую. Без вообще не задумываясь даже. Because in this material world, love is not selfless. Потому что в этом материальном мире любовь не является бескорыстной. But Braja Gopis are saying. Braja Gopi говорят. No, we prefer to be at your lotus feet, though we have to share with other gopis. Несмотря на то, что нам придется делить твои лотосные стопы с другими Braja Gopi, мы предпочитаем все-таки занимать положение у твоих стоп. So Shrimati Radharani has said. Шримати Радхарани сказала. I am the dasi of Krishna. Я являюсь даси Кришны. My happiness lies in serving him. Мое счастье, оно лежит в служении ему. But his happiness lies in the amorous pastimes with me. Но его счастье заключается в совершении любовных игр. So only for this reason I offer my body to Krishna. Только по этой причине я предлагаю свое тело Кришне. He calls me his Kanta, his beloved. Он зовет меня своей Кантой, своей возлюбленной. But I think I am his dasi. Я считаю себя его даси, служанкой. Because the nectar of serving his lotus feet is the highest nectar. Потому что нектар служения его лотосным стопам является наивысшим нектаром. So Radharani says the pramana of this is Lakshmi Devi herself. И Радика сказала, что прамана этому это сама Лакшми Деви. Though she can be at the chest of Lord Narayan, but she prefers to serve his lotus feet. Хотя она может спокойно пребывать на груди Господа Нараяны, но она предпочитает груди его стопа. In this way, Radhika's love and Gopi's love is so pure and perfect. And though they are superior to Lakshmi Devi, but they idolize Lakshmi Devi as the ideal of pure love in their Naravata Lila. И таким образом, любовь Раджа Гопи, она невероятно чиста, она просто совершенна. Но все-таки в своей Наравадбаве, в своей человекоподобной лиле, они считают, что Лакшми Деви является примером высочайшей и наичистейшей любви. So when Braj Gopi spoke this verse to Krishna, и когда Браджа Гопи прокомментировали этот стих Кришне, they said, we have heard you have qualities like Lord Narayan. Они сказали, мы слышали, что у тебя качества подобные качествам Господа Нараяны. So Lord Narayan gave the chance to Lakshmi to serve his feet, and then blessed her that she could come to his chest. И Господь Нараяна даровал Лакшми возможность послужить его лотосным стопам, после чего дал ей возможность пребывать на своей груди. So by this they are hinting. So if you are like Lord Narayan, then at least you should let us serve your lotus feet. И так Гопи намекнули Кришне, что если в тебе присутствует качество Господа Нараяны, то хотя бы ты должен дозволить нам совершать служение твоим лотосным стопам. So then the dvani is that you can invite us to your chest. И двани на самом деле намек такой, ну и соответственно пригласи нас тогда и на грудь свою, Кришна. But you are not you are supposed to be like Narayan, but you are not even letting us serve your lotus feet. So you're sending us away. So you should accept us. Да раз у тебя качество Нараяны, то ты хотя бы должен дозволить нам служить, а не то, чтобы отправлять куда-то. Позволь нам приблизиться к тебе и совершать служение. So that bhava of Radhika
To be dasi of Krishna. Это бхава радики, быть даси Кришны, служанкой Кришны. Or to neglect the position of being Krishna Kanta. Пренебрегать положением возлюбленной Канты Кришны. And take the position of his dasi at his feet. И занимать положение даси, служанки у его стоп. So this bhav has taken the form of the manjaris. Эта бхава приняла олицетворенный облик манджари. Whose happiness is to be at the lotus feet of Krishna, and Radhika should be at the chest of Krishna. Чье счастье заключается в том, чтобы самим пребывать у лотосных стоп Шри Кришны, но чтобы Радика всегда пребывала на груди Шри Кришны. Even though Rupa Manjari will share the lotus feet of Krishna with and Radhika with Rati Manjari and Labanga Manjari and the Rasa Manjari, Raga Manjari and others. Несмотря на то, что Рупа Манджари, она будет делить свое служение вместе с Рати Манджари, с Лабанга Манджари, с Рага Манджари и так далее, со всеми другими Манджари. So Rupa Goswami said, Samarpayitum unnata ujjvala swarasam swabhakti sriyam. That Mahaprabhu has come to give the not ujjvala, unnat ujjvala rasa, that means the parikim mood, highest parikim mood of Radhika, but swabhakti sriyam, the beauty of Radhika's mood. И таким образом Шрила Рупа Госвами подсказал, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир не для того, чтобы дать уннато уджвала расам, не для того, чтобы дать свабхакти шиям, застроение манджари в этот мир. So, yes, so the beauty of Radhika's mood is this dasi bhava. И красота, настроение Радики это даси бхава, манджари бхава. So we are praying here in the forest of Belvan. И здесь, в лесу Белвана, мы молимся. That we want to be have the eagerness and intensity of sadhana, just a drop of Lakshmi Devi's intensity of sadhana. И мы молимся Лакшми Деви о том, чтобы у нас была хотя бы маленькая капелька ее страстного желания, интенсивности ее служения лотосным стопам. And at the same time, we don't want to make the same mistake that she has made, that she's not in the anugatya of the Brajrasik Vaishnavas, in the anugatya of gopis, otherwise we'll still be here after 5,000 years also. Но с другой стороны, ни в коем случае мы не хотим следовать по ее стопам в плане совершения тех ошибок, которые она делала. То есть, иными словами, она не находилась под руководством в анугатье Браджрасика Вайшнав, она не находилась под руководством Браджа Гопи, поэтому мы не хотим следовать по ее стопам в этом отношении и обнаружить себя на этом самом месте через 5000 лет. These are the valuable jewels that we are collecting here in Belvan. Это те драгоценные камни, которые мы собираем здесь в Белване. Белван Баракамаки, Джай, Лакшми Деви Ки, Джай, Вайвандава Халилала Ки, Джай, 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 Сри Раде. So I hope you have all given pranam and left some pranami here. Я надеюсь, что вы предложили свои пранамы и пранами оставили денежку. It looks as if they are going to make very spectacular reconstruction of the temple here. Кажется, что они тут очень все здорово реконструируют. So hopefully we can all come back next year. Мы надеемся, что construction will be completed and it will be very beautiful. Мы вернемся сюда через год, когда стройка будет завершена и все здесь преобразится, станет очень красивым. So I hope you have all given some pranami to contribute to the manifestation of the beauty of this place. Поэтому я надеюсь, что все вы пожертвовали сюда какую-то денежку для того, чтобы красота этого места могла проявиться. Гуру Премананде, Гуру. Гуру Баджавилас has one question. Yes, question. Вопросы. So one thing I want to say, we're not going to walk all the way back. Our boats, you see, they usually come by boats, but the current of the river was too strong. So our boats, it was easier for them to come empty. So we'll just get in the boats here, and the boats will take us all the way back. Я хочу сказать, что нам сейчас не придется всю эту дорогу пыльную проходить обратно, потому что нашим лодочникам просто было тяжело лодки, набитые людьми, вести против течения. Но зато, когда они нас сбагрили на берег, то сами они сейчас туда подплывут, и мы всю эту дорогу не пойдем, а сядем на лодки. Yes, question. They say, what is the aspiration of Lakshmi Devi if after 5,000 years she is still here and doing tapasya? Why? Что, на что надеется Лакшми Деви, если уже у нее ничего не получилось? Зачем она тут сидит уже больше 5000 лет? This is one lila. Это лила такая. So Lakshmi Devi has many forms. У Лакшми Деви есть множество форм.
And this is one form in which she's having a lila of the anxiety of the to do bhajan. Anxiety of doing bhajan to attain the goal. Она являет такое страстное желание в совершении бхаджана для того, чтобы обрести высочайшую цель. So this is one of her ecstasies. Это один из её экстазов. And in this ecstasy there's more sweetness than being in Vaikuntha. И в этом ее экстатическом настроении больше сладости, чем пребывание ее на Вайкунтхе. Because in Vaikuntha she's just experiencing opulence, but here she's feeling separation from the sweetness of Vrindavan. Потому что на Вайкунтхе она просто пребывает в этом настроении Айшвари, такое там великолепие, а здесь она, находясь в разлуке, испытывает, тоскует по сладости Вриндавана. Just like Uddhav. Подобно тому, как Удав. Удав is called Prem-Athura Bhakta. Его зовут Прем-Атхура Бхакта. Атура means tormented. Атур означает как такой, как бы раненый. So Udav is Prem-Athura Bhakta, that means he's tormented by Prem. То есть его как бы это, его эта према, она во все стороны. That he has taken birth as a blade of grass at Govardhan. То есть он настолько от этой премы находился под ее впечатлением, что он захотел стать даже травинкой, он на это был готов. Weeping always for the foot dust of Brajagopis. И всю дорогу он рыдал только о том, чтобы заполучить пыль со стоп Раджа-гопи. So that Udav in that position is experiencing more rasa than the eternal Udav who is in eternally in Dwarka. И вот этот Удав, он испытывает гораздо большее количество расы, чем тот Удав, который вечно пребывает в Двараке. So these are various ecstasies which are experienced by different expansions of these personalities. То есть это все различные экстазы, которые эти личности испытывают. So don't worry. Вы не переживайте. Radhika is the Purna Shakti. Radhika Purna Shakti. And gopis are her Kaya Vyuha Rup. А гопи ее Кая Вьюха Рупа. And the queens in Dwarka are her Vaibhav Prakash. Царица Двараки это Вайбав Шримати Радхарани, Вайбав Пракаш. Lakshmi Devi is Radhika's Vaibhav Vilas. Lakshmi Devi это Вайбав Вилас Шримати Радхики. Okay, so she can be here eternally. Поэтому здесь она может быть вечной, ничего страшного. But it's one expansion of Vaibhav Vilas of Radhika herself. Это Вайбав Вилас самой Шримати Радхики. In the form of Radhika, Radhika is experiencing everything. Поэтому в форме Радхики Радхика испытывает вообще все.